Доброе утро еще раз всем тем, кто к нам присоединился. Ну и наш эфир продолжается, и мы готовы встретить нашего гостя. Сегодня у нас в студии Александр Александрович Нудига, исполнительный директор Всероссийского инженерного конкурса, который скоро состоится в Крыму. Когда же ждать открытия? Здравствуйте, уважаемые телезрители, очень приятно присутствовать в вашей студии. Конкурс на самом деле стартовал, он начался с заочного этапа, который стартовал 30 октября, и финальные мероприятия будут проходить у нас в Крымском федеральном университете с 16 по 19 декабря 2019 года. Александр Александрович, а что означает инженерный конкурс? Что нужно синженерить? В рамках этого конкурса будет три траектории, в которых будут принимать участие обучающиеся высших учебных заведений. Первая траектория предполагает участие индивидуальных проектов по 23 инженерным направлениям. Это, парочку назовите. Например, архитектура, информационная безопасность, технологии и техника строительства, электро- и теплоэнергетика, радиотехника, электроника и системы связи. Вот по каждому из этих направлений будет проходить состязание в рамках Всероссийского инженерного конкурса. А кто жюри? А судьи кто? Значит, жюри. Конкурс предполагает наличие как экспертов высших учебных заведений, так и представителей госкорпораций Республики Крым и России в целом, так как конкурс является всероссийским, нашим партнером будет выступать госкорпорация. Госкорпорации традиционно принимают участие в таких мероприятиях. У нас когда этот конкурс начался, он начался в Москве. Вот, тогда госкорпорация была «Росатом». После этого в Питере проходил этот конкурс. Госкорпорация была «Роснано», принимал питерский политех Петра Великого. Вот. Ну и вот пятый юбилейный вот этот конкурс будет проходить в Крымском федеральном университете, а оператором образовательным будет Крымский федеральный университет. Ну расскажите, действительно ли много участников, которые уже заявки свои подали? Участников действительно достаточно много. Мы продолжаем принимать заявки, потому что конкурс предполагает проведение в три этапа, и первый заочный этап, он еще не закончился, он будет заканчиваться, то есть эта неделя является заключительной, мы все еще принимаем, но заявок уже достаточно, и будут отобраны из них лучшие, которых мы пригласим на очный этап с 16 по 19 декабря. Насколько я понимаю, участие госкорпорации — это, скажем так, некий шанс для тех, кто представляет интересные проекты, в будущем трудоустроиться. Естественно. Госкорпорации заинтересованы в наборе высокомотивированных и компетентных специалистов. Поэтому они и принимают участие в таких мероприятиях. Вот. И в то же время для госкорпораций это, ну, может быть, сказать, такой шанс проявить себя, что это не какая-то такая неповоротливая бюрократическая машина, а достаточно современная, вот, высокотехнологичная структура. То есть, смотрите, у нас с Сашей тоже есть шанс принять участие. Правильно ли я понимаю? Если вы являетесь обучающимися, по инженерному... То есть, условия какие-то должны быть? Да, это обязательно обучающиеся. Это могут быть обучающиеся по направлениям инженерным, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Вот. И, естественно, желание и наличие какого-то инженерного проекта. Это принципиально должно быть инженерное какое-то решение. Это не должна быть фундаментальная наука. Это должно быть практическое применение. То есть, если, например, ну, к примеру, да, Тоня увлекается живописью и придумает новую гениальную кисточку какую-нибудь инженерную, необычную, то можно поучаствовать ей? Я бы приветствовал такое. Это междисциплинарная уже получается история. Ну, если это речь касается кисточки, да. Если это речь касается картины, то... Ну, картина понятна, все-таки творческая. Так, хорошо. Мне тоже заинтересовало это предложение о кисточке. Уже разрабатываю идеи. До какого числа я еще могу успеть? Официально до 24 ноября идет прием работ. После этого у нас будет экспертный этап, в рамках которого анонимно эксперты тоже со всей России, в число экспертов будут входить представители высших учебных заведений, естественно, они будут, не будут проверять работы своих вузов, вот, они проверят работы. Александр Александрович, вот последний вопрос, если это, конечно, не великая тайна, покрытая мраком, какие, может быть, вы уже знаете, какие-то интересные работы, которые представлены на конкурс? Какие-то необычные, что-то, что именно вас удивило, может быть, впечатлило?
все работы, которые представлены на конкурс, они являются новыми, необычными. То есть это одно из условий, что это должно быть что-то новое и оригинальное. Желательно, чтобы оно было внедрено в производство или вот на этапе внедрения. Вот. Поэтому я вас приглашаю на открытие этого мероприятия и на проведение, чтобы там вы своими глазами увидели, какие... То есть все будет представлено? То есть можно посмотреть, потрогать? Защита. То есть на научном этапе это будет представлено или на научном этапе будут разрабатывать? Нет, на научном этапе они должны представить свои разработки. Вот. А крымские студенты представляют что-то? Естественно. Крымские студенты, как и студенты всей Российской Федерации, представляют свои работы на этом конкурсе. И я считаю, может быть, это немножко преждевременно, но крымские студенты обязательно займут призовые места, потому что в некоторых направлениях подготовки мы можем конкурировать не только с Российской Федерацией, но и с миром. Что же это за направление? Ну, совершенно недавно мы привезли золотые медали с всемирных конкурсов. Это направление химия, это направление биология, биотехнологии, это направление физика. Вот. Поэтому у нас есть достаточно такие серьезные заделы, которые мы реализуем и вот покажем в рамках и этого всероссийского инженерного конкурса. Ну что ж, давайте всем полуостровам дружно пожелаем удачи нашим студентам. Да, мы обязательно, спасибо за приглашение, посетим ваш фестиваль. Я думаю, то, что он нас очень сильно приятно удивит. А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Александр Александрович Нудига, исполнительный директор Всероссийского инженерного конкурса.